Из заготовки на свет сейчас появится медведь. Умелец аккуратно работает не только бензопилой, но и долотом. Медитативная нарезка деревянных заготовок. Девушке досталась бензопила с нее ростом и сложная миссия, связанная с необычным деревом. Этот маленький скелет демонстрирует лишь малую часть навыков мастера. Ни за что не догадаетесь, для чего он изготовлен. Такое электрическое искусство называется фигурами Лихтенберга. Их создают при помощи скользящего искрового разряда. Еще один специалист по работе с бензопилой на наших глазах делает шедевр. На этот раз рождается лев. Давайте оценим невероятно красивую заготовку из платана длиной 2,4 метра. Чтобы она стала еще более эффектной, проводится обработка эпоксидной смолой. Навыки этого умельца поражают. Он мастерит игрушку на тему подводного мира, да не простую, а с подвижными элементами. Отличный пример того, насколько твердой руки требует порой работа по дереву. Креатив не менее важен. Посмотрите, как здорово можно обыграть, казалось бы, обыкновенные планки. Ha ha ha!
Для некоторых специалистов работа с древесиной начинается с кардинального уменьшения диаметра ствола. Сейчас год дракона, так что мы не смогли обойти вниманием эту филигранную работу долотом. Мастер работает с еловой древесиной, используя скобель. Во всех смыслах яркий пример комбинирования деревянной заготовки и эпоксидной смолы. С качественным и грамотно подготовленным к работе рубанком дело идет на лад. Далее на экране искусство высокого полета. Идеальное соединение деталей. Насколько же точно они сделаны? На создание этого волка ушло почти 7 часов. Мы на фабрике и наблюдаем за обработкой массива дерева. Мастер явно работает с такой заготовкой не в первый раз. От чашек до шахмат, чего только не создают из дерева. Вот и такие заготовки наверняка станут частью чего-то полезного. Этот бюст в натуральную величину выполнен из тополя, а затем украшен с помощью выжигания и акриловой краски. Используя ленточную пилу, мастер добился впечатляющего визуального эффекта. ЧПУ-станок и древесина падука – хорошая комбинация для проекта с тигром. Вот такая техника приезжает на уборку пней. Ролик не замедлен, скорость вращения выставлена так, чтобы во все стороны не летели опасные щепки и куски дерева.
Ручное строгание – важный этап многих деревянных задумок. На экране эксперимент с выжиганием по дереву. Умелец делает узор с эффектом зоотропа. При вращении из-за инерции зрения нам кажется, что такой узор двигается. Доски на конвейере и ничего лишнего. Мастер-класс по аккуратному и точному вырезанию круга диаметром 1,5 метра. Харвестер John Deere H425 способен резать стволы диаметром до 710 мм. Вот это мощь! Эта липовая заготовка превращается в нечто прекрасное. Остро заточенный инструмент и прямые руки – залог хорошего результата. На очереди самодельный шкантарез, и он отлично справляется. В создании дизайна этой мебели поучаствовал и сам мастер. Наверное, ему было вдвойне приятно работать над таким проектом. Компания Lucasmill известна своими мобильными пилорамами. Даже начальная модель позволяет работать с бревнами длиной до 5 метров. Окорочный станок незаменим, когда требуется снять кору и мусор. На экране модель от фирмы Hanvi Machinery. Понаблюдаем за изготовлением чаши из клёна. Заготовка дров идет веселее, если в наличии имеется автодробокол. Даже простенькие версии такой техники способны выдать 30 кубометров в час. Это видео представлено на канале производителя одноразовых бамбуковых палочек для еды.
Горячее тиснение – отличный способ украсить древесину. Температура барабана варьируется в зависимости от множества факторов. Например, для дубовых заготовок некоторые фирмы выставляют 300 градусов. А здесь для более точной резки применяют лазерную направляющую. Во всех смыслах тонкая работа. Посмотрите, насколько аккуратен мастер. Точно запомнится и вот такая деревянная картина. Сейчас полетит стружка. В дело вступает пятиосевой строгальный станок. Вооружившись скобелем, специалист быстро и точно снимает кору. Один из этапов подготовки пола. Используется барабанная шлифовальная машина фирмы «Лаглер». Удачный ракурс, и вот стружка напоминает макароны. Этот мастер уже на стадии защиты будущей мебели, а также придания ей лоска. Якисуги или шоу-сугибан – японская технология обработки древесины огнем. Она частенько используется для кедра, дуба и сосны. Один из вариантов предполагает работу с паяльной лампой при температуре до 500 градусов. Вот такой нож для колки щепы выглядит довольно просто, однако продается за $121. Один из способов защитить древесину от влаги и гниения – покрыть ее битумом. Здесь мастер впечатляюще быстро изготавливает круглый стол. We'll be right back.
Теперь эта рисоварка будет щеголять идеально ровными краями. Аккуратными движениями мастер придает заготовке необычную текстуру. Знаете, как называется это искусство? Пирография. Будущая разделочная доска на наших глазах обретает красивые скругленные края. Другие доски тем временем прибыли на фрезерный стол. Завершает подборку пила «Револьвер». Как и в случае с оружием, она предлагает барабан. Рабочие могут загружать бревна диаметром до 180 мм и регулировать длину поленьев от 25 до 50 сантиметров.